Друзья, всем привет! Сегодня небольшое видео про свою вот такую аккумуляторную болгарку. Считаю, что аккумуляторный инструмент сегодня достаточно хорошо востребован, и я сам очень часто пользуюсь именно аккумуляторной версией инструмента. В первую очередь, это вот эта дисковая болгарка. Она у меня от, ну, мало кому известному, хотя, в принципе, кто закупается в ТМК, знает эту марку Redwerk. В принципе, это значит китайское производство под брендом, вот этим брендом. Этот бренд, насколько я знаю, продвигает и основал сама сеть магазинов ТМК, но сегодня можно его приобрести, ну, практически везде, на всех торговых площадках, включая Яндекс.Маркет, Озон, я видел, все инструменты. То есть Redwerk везде присутствует. У меня пока еще линейка не такая большая. Я планировал собирать аккумуляторный инструмент на базе Makita, но последние ценовые изменения, конечно, привели к тому, что Makita сейчас очень сильно подорожала, и поэтому тем больше я присматриваюсь к тому, чтобы расширять линейку на базе Redwerk. У них, значит, идут несколько аккумуляторов, точнее два аккумулятора. Это 2 ампер-часовой аккумулятор, вот он у меня на болгарке. Сразу скажу, что с ним можно использовать болгарку только в очень легких целях, допустим, для резки пластика или какого-то очень тонкого металла. Поэтому лучше использовать все-таки 4-амперный часовой аккумулятор. Кстати, он у них сейчас на Яндекс.Маркете подешевел, там в районе 3500 за 4-амперный аккумулятор. Можно отдать, и, в принципе, он будет хорошо служить у вас. Также у меня из этой линейки есть, сейчас скажу, шуруповерт. Шуруповерт — это моя была первая покупка, точнее, одновременная с болгаркой, то есть я болгарку докупал вместе с шуруповертом. Также шуруповерт у меня служит уже, ну, наверное, более 3-й или 4-й год, и он достаточно мощный, 45 ньютон на метр сейчас уже появились у них. Бесщеточные аналоги, и с шуруповертом шли 2 вот таких 2 ампер часовых аккумулятора на 18 вольт. Вот. Скажу, что достаточно удобный, надежный шуруповерт, и много я им проработал, много и давал работать работникам. В принципе, он в строю, и все хорошо. Даже месил им раствор, клей цементный. И, в принципе, хотя это не стоит делать, да? Также у меня есть вот такой вот триммер. Для него подходит без разницы 2-ампер-часовые или 4-ампер-часовые аккумуляторы. Тут единственное только во время работы, а так можно нагружать, в принципе, проблем нет. Когда какой есть в наличии, такой сюда вставляю. Единственное, на 4-ампер-часовом он работает намного дольше. То есть, хотя вроде бы кажется, что в 2 раза дольше он должен работать, да, на 4-ампер-часовом аккумуляторе, но на самом деле, может быть, и в несколько раз дольше он работает. А вот я хотел собирать линейку вот на базе Makita. Вот, на базе вот таких вот аккумуляторов 18-вольтовых. И у меня всего из этой линейки получилось купить 2 инструмента. Это вот Impact, которым я часто пользуюсь, очень удобный инструмент, конечно. И еще тоже есть ушеемка, тоже аккумуляторная, на 18 вольт. Но ушеемка я реже пользуюсь, в основном это я пользуюсь, потому что, в принципе, это и надольше хватает, чем ушеемки даже бесщеточной с 3-ампер-часовым аккумулятором. Кстати, аккумулятор шел в комплекте именно с ушеем у Makita. Вот. Это я тушкой докупал отдельно. Вот, почему дисковый говорю, потому что хочу следующий инструмент приобрести именно дисковую пилу аккумуляторную, чтобы не мучиться с проводами. Есть у меня один аккумулятор, еще хочу докупить один аккумулятор, и получится такой уже набор практически для, ну, такой долговременной работы. Этой болгаркой я уже успел порезать очень много, и даже арматурные работы делал на фундаменте. 10-12 миллиметровую арматуру я ей резал. Да,
конечно, нужно там передыхать, чтобы зарядить аккумулятор. Кстати, зарядка, вот единственная, тут не скоростная. Тут она 2-амперчасовую батарею, она заряжает за 1 час, 4-амперчасовую батарею, соответственно, за 2 часа. То есть, поэтому, если что-то нужно работать часто, то лучше иметь 2 или 3 аккумулятора, пока один заряжается, вторым, третьим работаете. Так, ну и сейчас вот какие-то такие мелочные работы можно также использовать. Также в комплекте есть гайковерт, и в этой линейке есть шлифмашинка. Есть у них еще интересный, сейчас появился газонокосилка даже на 2 аккумулятора. То есть она 36-вольтовая получается. То есть они сейчас тоже начинают внедрять 36-вольтовый инструмент, который работает на 18-вольтовых аккумуляторах. То есть можно, допустим, взять цепную пилу, да, то есть цепная пила, которая достаточно производительная, судя по их обзорам. То есть они вот такое вот дерево где-то перепиливают нормально. Есть газонокосилка на 36-вольтовой, она не самоходная, но аккумуляторная идет. И я думаю, что этот инструмент будет пополняться. И, в принципе, учитывая достаточно сейчас адекватную цену за него и достаточно хорошее качество, да, то есть такое, ну, соответствующее качество, то можно сказать, что инструмент интересный. Вот. Буду тоже вас держать в курсе, если что-то буду покупать. Может, шлифмашинку куплю аккумуляторную и дисковую пилу с еще одним аккумулятором. Вот. Ну и сейчас вот я, видите, разбираю поддоны. У меня остается очень много гвоздей, и гвозди я не убираю молотком, потому что очень долго я их просто-напросто срезаю как раз диском по металлу. Вообще я ей делал и различные, ну как обычный ушеемка, я ей шлифовал, я ей резал металл. И какие-то такие работы, то есть плиточные шовчики, где-то надо было тоже почистить, тоже я ей делал. То есть она достаточно маневренная, достаточно компактная, ухватистая. Вот такая вот. Ну и сейчас попробуем вот порезать. Вот я думаю, мы их все порежем, и у нас аккумулятор еще будет в нормальном состоянии. Thank you.
есть индикатор заряда, мы видим, что в принципе сейчас все 3 единицы у нас есть. То есть практически аккумулятор не нагрелся, ничего.